самые невероятные мечты сбылись в новогоднюю ночь. Не верите? И вы не верите? Тогда давайте посмотрим, как это было. Новогоднее представление по мотивам знаменитой сказки Эрнста Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» – это самая настоящая магическая рождественская история. Главная героиня Мари становится случайным свидетелем и участником волшебных событий. Ожившие игрушки под предводительством главного героя Щелкунчика борются против армии злого мышиного короля. Дай-ка мне вот эту вот игрушку, она мне нужна. Давай. Я не отдам, это мой Щелкунчик, я не дам вам причинить ему зло. Так, ну-ка быстро отдавай, а то пожалеешь! Ах, так получи же! К театральным постановкам эстрадные коллективы города своими творческими номерами внесли в представление еще больше красок и волшебства. Различные тематические танцы, новогодние песни и, конечно же, сюжетная линия сказки. Все это вместе сложилось в один большой волшебный новогодний мюзикл. Конечно же, как и в любой рождественской истории, добро должно победить зло. Эта сказка не исключение. Как оказалось, Щелкунчик – самый настоящий принц. Спасти его от колдовства и заточения может лишь любовь прекрасной девушки, которой и оказалась главная героиня Мари. Я счастлива, что ты помогла тебе. И мы вместе смогли одолеть эти злые чары. Иначе и быть не могло. Доброта и любовь, которая живет в каждом из нас, помогает преодолевать любые трудности. Новогодний концерт собрал полный зал гостей. Родители и дети с огромным интересом наблюдали за происходящим на сцене. Такие представления наглядно демонстрируют самые лучшие человеческие качества и учат детей доброте, любви, преданности и, самое главное, вере в волшебство и исполнение своих заветных желаний. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.